Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю салат с фасолью, постный салат. Салатик готовится за 5 минут, и для приготовления этого салата ничего не нужно варить. Ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления, вы видите на своем экране. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Пользуюсь моментом, всех поздравляю с началом Великого поста, здоровья, радости вам и вашим близким. Одну среднюю морковь натираю на терке для корейской моркови. Можно нарезать тонкой соломкой. В морковь добавляю 1 чайную ложечку коричневого сахара, можно обычный сахар, пол чайной ложечки соли, немножечко сушеного чеснока и смесь специй для корейской моркови и еще другие специи тут. Добавляйте специи по вкусу. И буквально 1 чайную ложечку растительного масла. И все хорошо тщательно перемешиваю. Растительного масла добавлю даже еще немножечко, вот так. Оставляем морковку промариноваться, и пока займемся луком. Ну, небольшую луковичку нарезаю соломкой. Лук нужно замариновать. Добавляю в лук соль, 1 чайную ложечку соль, 1 чайную ложечку сахара и 1 столовую ложку яблочного уксуса. И дополняю все кипятком. Перемешиваю и оставляю промариноваться минут 15. И пока займусь подготовкой других ингредиентов. В салатницу добавляю 280 грамм консервированного тунца. Тунец у меня натуральный, без масла. Можно брать любой, можно взять немного поменьше. И хорошо, тщательно разминаю тунец вилкой. 200 грамм свежего огурца очищаю частично от кожуры. Почему я очищаю частично? Это чтобы немного просматривалась зелень и было более красивее. Огурец нарезаю на полукружочки и отправляю к тунцу. Морковь, которую мы мариновали, получилось очень вкусно, запах стоит ошеломляющий. Морковь добавляем к огурцу и тунцу. Промаринованный лук процежу через ситечко и добавлю к остальным ингредиентам. И добавляю 250 грамм консервированной красной фасоли. Салат хорошо солим, перчим. Добавляем специи по вкусу, можно добавить немножко чеснока, выдавить пару зубчиков. И взбрызгиваем растительным маслом. У меня был тунец не в масле, поэтому я добавлю немножко побольше масла. И все хорошо тщательно перемешиваем. Салат из фасоли готов. Даем ему немного настояться, хотя бы 15 минут, чтобы он хорошо пропитался маринованным лучком, специями, морковкой. Затем добавляем зелень по вкусу и подаем к столу. Можно оставить салатик так. Я же решила его выложить порционно. У меня вот такое кондитерское кольцо, но такое же кольцо можно сделать, если у вас нет такого, из пластиковой бутылки. Просто аккуратно отрежьте вот эту часть. И получится у вас то же самое, но из пластика. Это такой небольшой лайфхак, если вы захотите красиво оформить ваш салатик. Салат из фасоли получается очень вкусный, ароматный и полезный. Всем желаю приятного аппетита. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. А я вас уже жду с нетерпением в моих новых видео с новыми рецептами. С вами была Виктория. Пока-пока!